Друзья, добрый вечер. Радио 1 Большая Балашиха вас приветствует и приглашает на программу «Большой разговор». Меня зовут Максим Королев. Сегодня у нас очень музыкальный эфир, потому что к нам в гости пришел мой хороший друг, земляк, не побоюсь этого слова, человек, который участвовал в шоу «Голос» на Первом канале и который сегодня нам об этом, собственно, и расскажет. Давайте поприветствуем. У нас в гостях Александр Огородников. Привет, Александр. Привет, Максим. Да. Саша попал в команду «Пелагеи», он прошел батлы, но вылетел из нокаутов. Саш, как настроение? Отлично. Вот сейчас у тебя есть уникальная возможность сказать все, что ты думаешь про Первый канал в нашем инстаграме. Они увидят эту информацию? Ну, не факт, но мне бы хотелось, чтобы увидела. Я не знаю, может быть, потеряли мои контакты. Мы вроде договаривались о эфире на «Кто хочет стать миллионером». Я телефон не звонит от вас. Да, друзья, смотрите скоро в программе «Кто хочет стать миллионером». А сегодня слушайте нас в программе «Большой разговор» на радио 1 «Большая Балашиха». Идем в эфир.